голос дамочки дрожал. Дамочка нервничала и теребила сумку. То и дело срывалось на объяснение, что она вообще-то в это не верит, просто ей страшно. Я всегда пропускаю мимо ушей эту часть разговора. Иногда все, чего хотят мои клиенты, это выговориться. Если они заметят, что их слушают, сочувствуют и относятся с пониманием, до них дойдет вся сюрреалистичность ситуации и нелепость их рассказов. Они поблагодарят за внимание, скажут, что они позвонят мне в самое ближайшее время и уйдут. Этот алгоритм они могут повторять годами, если их слушать. Так что, когда разговор доходит до того места, где мне говорят: «Вообще-то я в это не верю, но в моей квартире происходит что-то непонятное, и я не могу это объяснить», я начинаю думать о вечном. Клиент распаляется и пытается меня заинтересовать, красочно описывая, какие именно скрипы он слышит по ночам и что именно ему померещилось в зеркале. И тогда я поняла, что это скребутся с другой стороны окна, понимаете, с другой, а я живу на 5-м этаже. Дамочка выразительно и многозначительно смотрит на меня, ожидая реакции, а у меня нет реакции. Я просто жду того момента, когда можно будет назвать сумму и договориться о выезде на дом. «Вы ведь приедете ко мне, да? Я заплачу, сколько вы берете?» Я называю сумму и записываю ее адрес. «Я подъеду завтра, вы впустите меня в дом и уйдете. Так надо». Мой напарник считал, что это все нужно говорить многозначительно, загадочно. Но я использую буднично холодный тон, это лучше работает. Дамочка часто кивает головой, бубнит свое «до свидания, спасибо, до завтра» и ухожу. Разумеется, я не буду ни к чему готовиться. Раньше, когда я работал в паре, мне приходилось это делать. Мой коллега относился ко всему этому почти так же серьезно, как клиенты. Рисовал на себе защитные знаки, медитировал, собирал глупые вещи в свою сумку. У него даже было завещание, в котором он указывал, как именно нужно уничтожить его тело, если он умрет при странных или невыясненных обстоятельствах. На меня это все давило. Мы прекратили сотрудничество. Квартира дамочки мне сразу не понравилась. У всех людей, которые пользуются моими услугами, странные представления о том, как должен выглядеть дом. Это всегда нагромождение предметов или неуютно подобранные тона интерьера. Всегда есть что-то неправильное и неуловимое. Моя главная задача — понять, что именно заставляет тебя чувствовать опасность. И не позволить неудачному дизайну управлять моими страхами. Дамочка мнется на пороге, спрашивает, точно ли я хочу остаться совсем один. Нехотя вытаскивает из истерзанной сумочки мой аванс и наконец-то уходит. На самом деле странно, что при всех этих скрипящих половицах, громоздких шкафах и прочих прелестях домов с привидениями, клиентка боится именно скрежета по окну. Я выключаю свет и жду. Мерзкое хихиканье вырывает меня из полудрема. Оно раздается совсем близко из-за окна, словно кто-то прижался губами к щелочке между рамами специально, чтобы разбудить меня смехом. Я почти уговорил себя, что мне показалось, когда я услышал тот самый скрежет. Я смотрел в пустое окно и слушал, как кто-то медленно ведет когтями от одного угла стекла до другого по диагонали, а затем, перебирая пальцами, стучит ими по стеклу. Поборов страх, я подошел к окну. Не буду врать. Мне пришлось собраться с духом, чтобы открыть его и выглянуть наружу. Никакой ветки там не оказалось. Но краем глаза я заметил тень, скользнувшую внутрь. Мерзкий смех раздался уже внутри комнаты. Меня прошиб холодный пот. А потом я заставил себя закрыть окно.
Я снимал с себя человека, которого носил как костюм уже несколько лет. С самого начала успешной карьеры охотника за призраками и паранормальными явлениями. Людской образ мышления и человеческие страхи слезли с меня вместе с телом. Та женщина пригласила меня в свой дом и ушла. Теперь я здесь хозяин. И что бы ни пробралось внутрь этого дома, оно не уйдет без моего разрешения. Тонкие когтистые лапки дергались в агонии, крючась на потемневшем от времени паркете даже после того, как я их отгрыз от тела. Они были вкусные. Это выгодная сделка.